Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим чипсы 3 из 1. То есть у нас будут разные чипсы, а материал почти один и тот же. Это лаваш. Приправа. Здесь паприка и перец чили. Здесь кориандр, мускатный орех и карри. Третья ложка, здесь базилик. Нам еще понадобится растительное масло, уксус. Вот я взяла соль. На 3 лаваша у меня уйдет 1/2 чайной ложки соли. 3 столовые ложки растительного масла. Столовая ложка уксуса. Чайная ложка пасты, только не томатной пасты, а пасты красного перца. Ну, если нет такой пасты, можете взять томатную пасту. Все, высыпаем наши специи, начинаем соль, перец. Так как здесь много перца чили, я добавлю 1/3. Добавлю базилик. И теперь, чтобы растворить соль, нам надо добавить чуть-чуть воды. Добавлю томатную пасту, пасту перца или томатную пасту, или можно даже пополам, если у вас есть и то, и другое. И добавлю чуть-чуть воды, так как в масле соль не растворится в такое короткое время. Сейчас добавлю 1/2 чайной ложки буквально воды. Соль растворится, и можно добавлять масло. Масло можете взять любое, у меня оливковое. После того, как растворилась соль, заливаем маслом. Вот такая смесь у нас получается. Я добавила сюда еще чесночный порошок и уксус. Сделав этот соус, надо его оставить на 30 минут, минут на 20 хотя бы. Ну, а теперь возьмем лаваш, раскроем его. Как видите, у меня длинный большой лаваш, можно использовать любой. И очень тонким слоем наносим вот этот соус или пасту на наш лаваш и складываем лаваш. Когда складываем, нижняя сторона у нас оказывается без соуса, его тоже надо смазать. Не бойтесь, ничего никуда не прилипнет, потом можно будет все это разворачивать и складывать на противень. Аккуратненько сложите, разделим это пополам. И теперь нарежем квадратики. После этого открываем полосочки и опять же нарезаем на квадратики, прямоугольники, треугольники, кружочки. На что только хватит ваша фантазия, какого вида вы хотите видеть свои чипсы. Выкладываем все это на противень, лучше на пекарскую бумагу, чтобы потом было удобно доставать. Заранее разогреваем духовку 170-180 градусов и сушим наши чипсы минут 15. Не забудьте контролировать, может быть, ваша печка сильно печет, чтобы они не подгорели. Они очень тонкие и пропитанные маслом, поэтому они очень быстро готовятся. Теперь приготовим шоколадный соус. Для этого нам понадобится какао, сахарный песок, вода. Размешаем, поставим на огонь, варим 2-3 минуты. После того, как закипит, снимаем с огня и добавляем растительное масло. Хорошенечко перемешаем, выливаем в другую посуду, чтобы она немножечко остыла. Вот
такой соус у нас получается для вторых чипс. Я вылила в чашку, оно уже остыло, но всегда надо помешивать, так как растительное масло поднимается наверх, а соус шоколадный опускается ниже. После того, как смажем наши полосочки этим шоколадным соусом, нарезаем ромбики. Не забудьте смазать их с обеих сторон, с одной и с другой стороны. Они получаются очень вкусные, с чаем, с кофе, объемные, очень красиво смотрятся на сервировочной посуде. В пиалках лучше всего, конечно. Ну и мы подходим к финишу, и здесь у меня остался немножко острый перец. Что же делать? Лаваш тоже остался, не пропадать же этому. Поэтому сюда добавляю или сливочный сыр. В моем случае это шор. У меня есть шор. Шор – это соленый сыр, жидкий. И вот это все сейчас я намажу на оставшееся тесто. И точно так же нарежу квадратики. Единственное, что вот то, что с сыром выпекается 20 минут. Оно печется дольше, чем без сыра. Как видите, очень удобно и быстро они сходят с листа бумаги. Ну и на противне бы они не прилипли к противне, так как все это сухое, там побольше масла везде. Хотя 3 столовые ложки масла растительного нам хватило на 3 лаваша. Очень хрупкие, вкусные, обалденные чипсы. Приготовьте обязательно. Ваши дети будут радоваться этим чипсам. Они намного вкуснее, чем магазинные. Плюс еще в них нет консервантов. А шоколадные им понравятся еще больше. Вот таким образом собираем всю посуду. К чаю, кофе очень вкусные. Ну что ж, вроде бы я все рассказала. Под видео будет описание на соусы. Лаваш, конечно, вы купите в магазине. А я хочу попросить вас поделиться этим видео. Рассказать близким, знакомым, как можно приготовить очень дешево, вкусно, быстро чипсы без консервантов. И хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, всех благ, мира над головой. Спасибо, что досмотрели до конца. Если нравится мой канал, подпишитесь. Не забудьте поставить лайки, задать ваши вопросы. Я с удовольствием отвечу на них. А пока, увидимся. Желаю всем удачи. До свидания.